В Твери проспект Ленина полностью закатали в новый асфальт. Одна из главных улиц Пролетарского района приобрела новый вид. На свежеуложенное покрытие уже частично нанесли дорожную разметку. Сейчас тут действует временное ограничение движения. Согласно дорожным знакам, на отремонтированном участке нельзя разгоняться выше 40 км в час. Отметим, что здесь параллельно ведется и ремонт тротуаров. Планируется, что пешеходные зоны будут также обновлены на большей части проспекта.